Добро пожаловать в мой влог. Я решила взять вас с собой на Бали. Сейчас мы едем из аэропорта в резорт Аяна, который находится в Джимбаране. Это такой район внизу Бали. Аяна очень шикарный резорт. В нем очень все на высшем уровне. Там 11 бассейнов. И мы сейчас направляемся в один из них. Oh. Yeah, I like it. Now you can start again. Здесь есть бассейн, который называется Infinity Pool. Такой бассейн есть в Сингапуре. Salad! Jeez, I'm like falling. Do you want to give me your camera? Nah. Oh my gosh, the sphere! You go, girl. На потолке очень красивые иероглифы. На второй день пошел сильный дождь. Показываю вам, что я делаю. Все равно тепло. Достаточно душно там было. Во время завтрака мужчина нарезает кокос, это молодой кокос. Но мы решили не брать буфет, потому что это очень много еды и стоит $28. Поэтому мы взяли из а-ля карты меню. За $18 приходят такие блюда. Суп почему-то дают на завтрак. Потом это был наси горинг и фруктовый салат. Этого было больше, чем достаточно. Мы почти половину оставили, потому что смогли съесть. Сейчас мы на такой машине, теннисной, отправляемся в другую часть отеля. Отель очень большой. Это другая часть отеля, называется Аяна Вилла. Там больше коттеджи, нежели как отель. У каждого свой домик. Там свои бассейны тоже, мы туда поехали посмотреть. Did I lose you? Oh my gosh, you're going into the water already? Isn't this perfect? Wow. Как вы видите, мы в восторге. Ну, конечно, такого вида, как быть не в восторге, вообще непонятно. Природа просто обалденная там. Чтобы оставаться в этом отеле, это считается самый лучший отель на Бали. Нам обошлось где-то $400 за ночь. Но так как мы поделились, было не так дорого. Но все равно, в смысле, если вы не любите оставаться в таких дорогих отелях, это может будет немножко перебор. Но оно того стоит, хотя бы на одну ночь. Едем мы в спа. Спа здесь акватоник, то есть соленая вода в бассейне, и там разные как джакузи. Thank you. Oh, perfect. We just get undressed, I guess. К сожалению, внутри самого бассейна нам снимать не разрешали, поэтому я пока снимаю вне. И еще один отель, который есть на территории Аяны, это Римба. У них тоже есть свои бассейны. И тоже выглядит обалденно. Мы пришли сюда просто сделать как разведку и пообедать. Уже к тому времени было 4 часа дня.
и мы уже умирали немножко от голода. И мы пришли в мексиканское место на втором этаже отеля Римба. Он называется Rooftop Bar, то есть на крыше. Еда была шикарная. Сейчас мы едем обратно в отель, чтобы взять свои вещи, и мы переезжаем в другой отель, который находится в пути. Он называется Storms. Этот отель принадлежит Мариотту. Пута находится чуть дальше аэропорта Денпасар. Как видите, отель сделан очень современным стилем. И находится прямо через дорогу от пляжа, который называется Кута-Бич. Это очень известный пляж в Бали. Здесь очень много туристов. И все местные и даже туристы разъезжают на мотоциклах. Это торговый центр, называется Beach Walk. После этого я пришла опять на пляж, чтобы посмотреть на закат. К сожалению, в воду я не зашла, потому что я не одела купальник. Видите, закат просто обалденный. Это наш отель. Hello. Медюшечка. И бассейн. Привет, как дела? Пока. Спасибо большое за просмотр. На следующей неделе будет вторая часть. Подписывайтесь. Пока.